Дети Филиппа Киркорова гордятся своим звездным папой. Алла Виктория и Мартин записали трогательное видео, в котором поздравили певца с полученной от Владимира Путина наградой. Вчера в жизни Филиппа Киркорова случилось радостное и волнительное событие. Президент России Владимир Путин наградил певца орденом почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Церемония награждения проходила в Кремле. Поп-король поблагодарил президента за столь высокую оценку его творчества и, пользуясь случаем, поздравил Владимира Путина с прошедшим юбилеем. Дети Филиппа, пятилетний сын Мартин и дочка Алла Виктория, которой скоро исполнится 6, тоже решили поздравить папу. Они записали трогательное видео, в котором рассказали, как гордятся своим звездным отцом и как рады, что его поздравил сам Владимир Путин. Ролик, выложенный в Инстаграм, растрогал поклонников певца. «Какие милые детки! Какая прелесть!» – написали в комментариях подписчики.